Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня, ребята, я вам покажу новиночку Smash Supreme. Я думаю, многим понравится эта игра, лично мне она очень понравилась. Ну что же, давайте посмотрим. В общем, здесь идет файтинг у нас. Здорово! Это кричит мне пугало. Ребенок, типа, привет, малыш. Хочешь потренироваться? Конечно, хочу. И первый, который мне доступен удар, это фаербол. Отлично. Так, ребята, здесь персонаж ходит сам. Наша задача юзать вовремя скиллы. И к тому же правильные. Вот нам открылся второй скилл. Это удар. То есть у нас сейчас два. У каждого скилла есть свое время отката. Поэтому можно комбинировать связки. В общем, игруха отличная. Я думаю, любителям игры Cuts эта игра подойдет в самый раз. Так, давайте фаербол. Как вы понимаете, это у нас идет тренировка, так что особо не обольщайтесь, почему здесь все так легко и просто. Так, мы получили с вами первую капсулу. Естественно, мы ее сейчас откроем. Ждать 15 секунд. Ну, мы ждать это не будем. Нет, 15 секунд мы, в принципе, подождем. Не так уж это и долго. Можно все это открывать за кристаллики. Так, персонаж тут будет, ребята, не один. Тут на выбор, по-моему, 4 или 5. Ну, я как понимаю, в дальнейшем их будет еще больше. Так, ну вот, открыли мы капсулу. И давайте смотреть, что из нее выпадет. Выпадает 3 карточки нам. Деньги, удар и еще фаербол, то бишь уже улучшенный. Так, давайте приступать дальше. Опять у нас бой с чучелом, с пугалом с этим. И опять у нас будет обучать всяким премудростям. Поехали. Отлично. Великолепно. Давайте-ка еще пропишем ему. Так, здесь мы вводим свой ник. Ну, точнее, как нас будут звать. Естественно, я набираю свой Рэй. И, естественно, ребята, мы продолжаем дальше наш бой. Нам доступен третий удар. Как видите, тройной удар будет. Теперь фаербол в репу. Забавная игра, музыка тоже здесь очень прикольная. Такая, знаете, победоносная какая-то. Вот, как будто я тут супергерой какой-то. Так, отлично, мы замочили пугало. Как вы поняли, нам доступно 2 удара и 1 фаербол, то бишь дистанционная атака. Да-да-да, я хочу приступить к дальнейшему обучению. И он перевоплощается в робота. Замечательно. Так, он блокируется. Видите, он встал в блок. Потом, ребята, вы увидите, что это такое. Я не могу его пробить, потому что он стоял в блоке. Так. Ага, готовится мне нанести удар. Надо было мне, дурачку, нажимать на блок. Блок, как видите, это щит. Когда ты на него нажимаешь, наш персонаж встает в блок. Да успокойся ты уже, в самом деле, роботека. Как тебе там, вербо? Так, ну-ка выкуси-ка. Вот и другой уже разговор. Так, давайте-ка, наверное. Вот так, еще разок, еще. Теперь фаербол. Фаербол я, конечно, не вовремя выкинул, потому что он просто-напросто пролетел мимо. А вот теперь самое то. Иди-ка, вот так, отлично. Ребята, игрушка очень замечательная, очень забавная. Она, между прочим, идет онлайновая, то бишь будут реальные персонажи здесь, реальные игроки, которые будут делать обалденные просто связки, просто комбо-удары. Вы это ощутите сегодня и все прекрасно увидите своими глазами. И сразу же вам советую скачивать эту игру и играть, пока на ранней стадии, пока ребята еще тут все не раскачались. Так, и еще карточка у нас, фаербол. Отлично. Ну что же, продолжаем обучение у нашего любимого дорогого пугала Верба. И сейчас он нам еще чем-нибудь новенькое даст. Раунд 1, файт. Теперь он мне дает ультиматум. То бишь, скажем так, что это суперудар. Ну что, тебе понравилось? Ну ты знаешь, Верба, мне не очень понравилось. Мне бы больше понравилось, если бы этот удар был у меня.
Так, еще, еще. Теперь фаербольчик, наверное, да, можно будет? Хотя нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Зачем ты так, верба, поступаешь со мной? Так, давайте-ка. Вот так, вот, великолепно. Тройной удар он вкусил. Фаербол-то вот зря я, конечно, залезил. Да, ребят, кстати, здесь, когда юзаешь скиллы, ну вот, например, я ударяю, фаербол нажимаю, он активируется, и, соответственно, на следующий ход, видите, он бросает. Вот мне доступен мега-фаербол. Если я попадаю в него врагом, он активирует полную связку. Если бы он стоял в блоке или отбил, или сбил бы, то ничего бы из этого не вышло. Я бы его просто-напросто профукал. Так, ну что, ребят, осталось совсем чуть-чуть, практически на один удар. Ну, верба, извини. Так что продолжаем, ребята, продолжаем наслаждаться этой игрой. Так, понеслась. Теперь у нас, опа, теперь у нас полный доступ ко всему. Тихо-тихо-тихо-тихо, вербунчик, успокойся, малыш. Все-таки достал мне. Ах ты, видели, как он подгадал, а? Как раз, когда я встаю, он выпустил фаербол. Молодец. Зря, конечно, сейчас фаербол активировал. Вот в чем проблема вся. Что когда ты активируешь скилл, он юзается уже автоматически. Его нельзя отменить, ребята. Поэтому тут надо продумывать практически каждое действие свое. Так. Теперь давайте, наверное, еще ударчик. И, наверное, фаербол. Вставай, давай быстрее. Эх, промазал. Но все равно верба не жилец. И он получает от меня фаербол. Так, это было у нас второй раунд, поэтому победа за мной. И, как обычно, мы получаем свою любимую капсулу. Ну что, как он говорит, на этом твое обучение заканчивается. Теперь ты предоставлен сам себе. Хорошо, открываем капсулу и получаем деньги. Так, тройной удар, одиночный удар и фаербол. Скиллы, ребята, здесь можно будет прокачивать. И их здесь будет очень и очень, ребята, много. И очень много связок здесь можно будет делать. Так, раунд один. Двигайся. Да, конечно, двигайся. На-ка, вкуси фаербола. Так. Шкала, которая копится слева, ребята, это мой блок. Чем я дольше буду держаться в блоке, тем быстрее будет сгорать моя шкала. И по истечении ее блок автоматически спадает. Так, отлично. Великолепно. На-ка, фаербол. Теперь мега зарядим ему. Ну-ка, не перебил. И получает свою плюшку очередную. Ничего его тут не спасет уже. Так, вот у меня открылся лайтинг кик. Легкий удар, но быстрый. Но, тем не менее, ребята, я его зарубил. Да, а суперудар, ребята, у нас активируется, когда наверху накапливается вот эта фиолетовая шкала. Как только она становится полной, суперудар нам доступен. Донаты вкуси. Так, вот у меня пинок доступен. Удары, естественно, будут меняться с каждым разом. Вот это было зря, вот это было зря сейчас. Вы сами видели, что я промахнулся суперударом и ничего у меня не вышло. Так, подходи, подходи. Вот это другой разговор. Как вы успели заметить, игра сделана довольно неплохо. Красочно, ярко, все так великолепно. И играть в нее очень даже приятно. Так, мы получаем с вами следующую капсулу, и верба с нами распрощался. Ну что же, ребята, все, теперь мы сами по себе. Мы с вами вступаем на тропу войны. На войну лиги, кланов и так далее, и тому подобное. Сейчас вы все увидите. Так, начнем, наверное, с простенького. Так, вот он, наши удары тут все эти демонстрирует. Здесь у нас, ребята, гильдии. Как видите, гильдий там уже достаточно. Просто куча. В одной гильдии уже 26 человек, 48 человек. Оу-ху-ху. Очень быстро развивается народ, так что, ребята, советую вам как можно быстрее входить в игру и качаться, качаться, качаться и тренироваться. Пока не поздно. Так, сейчас я, ребята, изучаю щит. Это щит, который будет отбивать магическую атаку.
Ну, это у нас тройной удар, насколько вы можете заметить. Чем больше мы прокачиваем, тем сильнее становятся удары. Это уже пошел донат. Это мне доступен первый аксессуар. Это на голову повязка. Как видите, 30% к дамагу. А вот наши персонажи. Доступно пока 4. Я, женщина, панк и верба. Видите, сколько здесь всяких ударов. Это просто ужас. Ужас, сколько тут можно сделать всяких связок. Вот этот удар можно будет, например, заменить на какой я захочу. Или какой мне в данный момент не нужен. Естественно, их тоже можно апгрейдить. Вот он, базовый дамаг. И время отсчета идет. В общем, все как полагается. Ну что же, ребята, я думаю, сейчас нам с вами пора, наверное, и немножко подраться. Так, это я выбрал персонажа другого. Панка, показать вам просто его хочу. Так, и это у меня тренировка. То бишь я тренируюсь с выбранными со своими скиллами, которые я только что набрал. Ну, это прежде чем, например, выйти в лигу, вы можете посмотреть свои связки ударов и подходит ли она вам или нет. Так, ага. Что-то, ребята, у меня как-то хиленько все это выходит. Но вы не забывайте, что у меня всего лишь первый уровень. А вот, кстати, и демонстрация была щита. Щит у меня, правда, быстрее упал, поэтому я свой же фаерболт получил себе в репу. Так, пора, наверное, ему мега-фаерболт зарядить. Да, как бы не так, верба мне этого просто не дал. Да, щит, кстати, этот спасает только от магических атак. От физических абсолютно бесполезен. От физических только блок, ребята. Ну что же, на последних жизнях я накумарил верба. И у нас раунд 2. О-о-о-о-о. Получи-ка себе брата. Так, великолепно. Теперь моя... Ай, зачем же я это сделал? Ёлки да палки. Ведь прекрасно же видел, что у него стоит магический щит. И зачем-то сделал фаербол, а? Глупость, конечно, была с моей стороны сделана. Так. Ну, а теперь вроде должно прокатить. Да, ребята, и мой суперудар прокатывает. Добиваем. Нет, смотрите-ка, все еще жив немножко, но это ненадолго. В общем, ребята, как-то так все это выглядит. Я думаю, что вам понравится. Естественно, мы здесь получаем очки, рейтинг, звезды и так далее и тому подобное. Наш персонаж с каждым разом будет качаться, улучшаться. Ну и, соответственно, будет продвигаться по лиге. Так, ну что же, я возьму обратно своего Фина. И давайте, наверное, уже подеремся с реальным оппонентом. Так, ага, девушка. Ладно, это Года. Но ей фартит, у нее якорь, а это ее первое оружие. Я, кстати, так и не понял, где его, честно говоря, взять, но очень прикольная штука. Так, пока идет неплохо. Но вы не забывайте, что я первого уровня, а она уже все-таки четвертого. И поэтому накумарила она меня сейчас не слабо. Так, пока я выигрываю, но это еще ни о чем абсолютно не говорит. Вообще. Потому что все может быть в любой момент измениться. Тем более у нее есть суператака накопилась. Так, а-тя-тя-тя-тя. Ну, все-таки связочка моя прокатила, ребят. Прокатила, и это меня радует. Так, она отдыхает. Сейчас она что-то... Ах ты, елки-палки, она сделала хук. Это есть такой, ребята, удар-крюк. Когда она бросает и подтягивает себе. Это типа как в Mortal Kombat делал в свое время Скорпион. Так, ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что ж ты будешь делать-то, а? Что ж ты своим якорем-то меня дубасишь? Успокойся. Так, фейербол полетел, пролетел почему-то он мимо. Так. Вот электрифи, это вот набор мощи. Зачем я его взял, ума не приложу. Здесь он мне абсолютно не нужен. Так, ну-ка, вкуси-ка. Прокатило, это отлично. Получает она свою законную связочку, и пол хп у нее нету. Но это еще ни о чем абсолютно не говорит. Вот и начинается избиение. Так, давай-давай-давай, вставай. Вот она хитрая, встает в блок. И как раз все делает как надо, ребята. У меня практически даже нету шансов. И удары-то у меня не те, что надо, выпадают. Ёлки ты палки. Ребята, я проиграл здесь. Это однозначно. Смотрите, что сейчас будет.
Даже блок не спасет, потому что она сделала круговой удар своим оружием. Да, Года, молодец, две победы за тобой. И я даже ничего не получил. Ну да не беда, ребята, давайте посмотрим, наверное, что здесь у нас есть. Ну, донат мы, естественно, не будем делать. В гильдии мы пока тоже вступать не будем. Здесь, кстати, можно свою создать. Этого мы тоже сейчас делать не будем. Ну, я... Ага, вот, вот. А вот это я, ребят, не знаю, что это такое. Ну, какие-то смайлики. Ну что ж, давайте перейдем к следующему бою, наверное, я думаю, да? И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, поменяю я немножко удары. Хук, хук, куда его поставить, вместо чего? Вместо lightning kick, может быть, вместо легкого удара. Или кнайдроп. Кнайдроп. Так, вот, ну я думаю, что в принципе вот так и оставим. Ну, а теперь давайте подеремся еще разок. И кто мне достанется, и какого уровня, это уже загадка. Так, ищется оппонент. И кто тут у меня? Ага, Панкуша. Кто? Аов. И он тоже третьего уровня. Ёлки-ты-палки. Чё-то, ребята, мне сегодня не фартит с оппонентами. Больно мощные. Но пока-пока все идет нормально. Так, щит. Единственное, что плохо, что не показывается через сколько... А, нет, видно. Я вру. Показывается все, сколько действует щит. Ну, еле-еле заметно, правда. Так, получил он фаербол. Так, удар, 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 отлично. Так, давай тройным попробуем. Ать, елки-палки, сбил он. Все-таки он сбил. Ну, ай-яй-яй-яй, связка моя пропала. Елки-ты-палки. Бедный шар, мы зажали его там. Не, ребят, я здесь, естественно, тоже проиграю. Но проигрываю я здесь только по одной причине. Что слишком они, ну как сказать, не то что раскачанные, они по уровню выше меня и уже попрофессиональнее, поэтому что тут поделаешь. Закономерность. Так, давайте попробуем еще разок. Получится у нас, нет. Так, получает. Ага. Ну вставай-то, о, великолепно. Вот сейчас было хорошо. Ё-моё, я суперудар свой просто профукал, потому что он мне его сбил. Так, быстрый удар ногой. Так, щит у меня активировался. Теперь, наверное, фаербол кинем. Замечательно. Ай, как же не вовремя он упал. Спал, я имею в виду, щит. Даже хук мне не дал сделать. Да что ж ты... Вы смотрите, как раздухарился-то, а, браток. Так, это простоим в блоке. Я хотел, чтобы у меня откатились скиллы. Но, по-моему, я это зря сделал. Ну-ка. Ага, вышло все. Что ж, хорошая концовка. Ну ладно, ребята, на этом я заканчивать буду свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Давайте, бегите, скачивайте и играйте. А мы с вами увидимся на следующих боях. Всем пока, до скорого, ребят.